Сделать город ярче и интереснее – непростая задача, и еще сложнее при этом угодить всем. Но нельзя и не учитывать мнение общественности. В сообществе «Городская среда» Иваново ВКонтакте подвели итоги опроса по переносу арт-объектов, установленных в прошлом году. Ивановцы решили, что в центре города не место лавочки-бабочки и скамейки «Три девицы». С главных площадей их решено перенести в другие районы. Куда – решат опять же ивановцы. Свои предложения можно высказать также в сообществе «Городская среда» Иваново. До конца февраля. Сейчас мы их отобрали, те, которые объекты, которые заслуживают, ну, обществом не приняты, и мы, соответственно, их планируем перенести. Куда перенести? Мы предполагаем, что это может быть флаг Степанова, но если наши жители скажут иначе, мы готовы будем рассмотреть их вариант.